Слава Богу, друзья! Приветствую всех вас, возлюбленные дети Божьи! Привет всем с Киева, с улицы Шалом Алейхима. Я опять здесь вот прогуливаюсь сегодня. И сегодня 1 Ава, да, сегодня 1 число у нас нового месяца, уже 5 месяца, как он в Библии называется. Ну, а в еврейской традиции мы его называем Ав, месяц Ав. Поэтому 1 Ава сегодня. Вот так вот. И сегодня тоже был в эфире. Вот, и по утрам, и по вечерам выхожу в прямой эфир на Ютубе, здесь на канале Ютуба. Утренняя молитва, вечерняя молитва. Слава Богу. Да, я очень рад, что все подключаются. Знакомые, незнакомые, разные люди. Вот, и моя семья подключается. Вот, и да, до конца июля я здесь. Ну, в общем-то, немного осталось. 30 июля будет, получается, у нас 9 ава уже. Вот, как раз воспоминания о разрушении храмов, первого, второго храма. Вот, и к этой дате как раз я снова хочу сделать такие программы, семинар. Вот, буду говорить по вечерам, в вечерних эфирах, наверное, исторические такие делать, экскурсии такие, истории Израиля, истории церкви. Вот, и буду говорить о храме Божьем, нынешнем, уже созидаемом уже 2000-летия, из живых камней, на основании апостолов, пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа, Иешуа Машиаха. Аллилуйя! Да, друзья, и вот в начале, да, новомесячья, сегодня праздник, да, и начало нового месяца с молитвы, с благословения. Вот, и молюсь о духовном пробуждении Израиля, и за Иерусалим молюсь, о мире в Иерусалиме все эти дни, особенно как раз вот месяц Ав, как раз именно вот до 9 Ава, целенаправленно молитва об этом. Да, слава Богу, друзья, слава, слава Богу Святому. Благословен Господь Бог наш, Царь всей Вселенной, давший нам жизнь, давший нам дыхание и все. Тобой мы живем и движемся, и существуем, и благодарим Тебя за все. Я благодарю Тебя, Господь, за все, за эти дни, за эту задержку здесь, в Киеве, потому что все это прекрасно, все это действительно даже до конца, может, и непонятно сейчас, но я смело доверяю Тебе как путеводителю моему, как руководителю моему, как учителю, наставнику, как любящему отцу. Аминь. Благословляю вас, дети Божьи, да, спасибо всем огромное за молитвенное и финансовое участие в моем служении Господу под этим видео и под каждым видео здесь на Ютубе. Я размещаю информацию, как можно участвовать молитвенно и финансово. Вот, о молитвенных нуждах я стараюсь говорить. Сейчас, конечно, самое такое, что транспорт нужен, значит, еду, потому что домой, в Россию, в Тулу. Вот здесь уже я задержался достаточно уже много, вот, но слава Богу за все. Вот, и сегодня постараюсь сделать уже документ, подготовить для Кифы, нашего архиепископа. Вот, слава Богу, здорово. Вот, и он переведет на английский язык, переведет. Вот, это очень важно, считаю, да, то, что было в прошлое воскресенье, вот, 12-го. Июля, получается, очень важно было служение, историческое служение. Вот, и я эти дни молюсь за Кифу, нашего епископа, да, благословляю. И знаю, что огромное сильное духовное пробуждение и здесь, в Украине, и в Африке, и по всем странам, континентам, да, и нас Бог использует в этом. Это здорово, это замечательно. Потому что, представляете, значит, что быть частью, не просто даже свидетелями быть этого всего, а частью этого огромного духовного движения, пробуждения, быть частью этой реформации 21-го столетия уже, это великая честь от Бога. Быть его орудиями, быть его сосудами чести, да, быть в руках его сосудами, аллилуйя, наполняться им, преисполняться. Спасибо тебе, Господь, за все. Благодарю тебя. Аминь. Да, а улица, мне это так нравится. Здесь таких нет никаких на этой улице достопримечательностей. Она такая самая обычная советская улица. Вот как бы я здесь даже могу показать сейчас. Вот. Здесь
постройки, обычные советские постройки. Вот. Но там, кстати, там дом строится вот сзади. Интересно. Наверное, вот там будут, наверное, интересные квартиры и планировка. А так обычно стандартные панельки здесь. Но само название улицы потрясающее, да? Шалом Алейхима. Так что улица Шалом Алейхима. Я здесь хожу и пою Шалом Алейхим, Малахи Хашарет. Да. Так что да, этот шаббат я тоже буду здесь. Вот, наверное, последний получается шаббат здесь, в Киеве, в Украине. Вот, а потом уже, да, уже дома в Туле. Да, спасибо, Господь, за все. Благословляю вас, дети Божьи, благословляю, дети любви. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю вас. Шалом алейхим. Аллилуйя. Эйвейну шалом алейхим. Всем вам желаю мира. Эйвейну шалом алейхим. Эйвейну шалом, шалом, шалом алейхим. Аллилуйя. Да, с города Киева, с шалом алейхима, Божьей милостью, да, шалом алейхим, архиепископ Сергей Журавлев, мир всем вам, благодать, шалом.